Пошел, я попозже зайду. Все покушали. Если да, то давайте. Что у нас так тихо, Вася? Все вы кашу, да? Ты Невер ушел. Понятно, хорошо. Щиток остался, да, щиток остался с королем. Что там щиток? Никто не ролил щиток? Опа. Что за хуйня? Пока полностью. Вейп. Все, все готовы. Давайте запускаем. Кто там рядышком, нажмите, пожалуйста. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда. Коак, обновите по окам, пожалуйста. Цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой 10 секунд. Был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Где босс? 4, 3, 2, 1. Вот ты агро вырубил? Конечно. Признавайся. С меня стаки спадут. Я вот что-то 4 нормально держать. Блять, почему весь огонь тут? Мы для ИВК сошлем вообще. Вообще
это нет. Ну там просто давай у всех ДПСка. Ну, первых 10 просто... человек ДПСка по тебя. Дайте бафы по шаману. А кто на чем сидит? На какой змее птиха? Ты на огненной. Синдроме на кислотной. 5, 4, 3, 2, 1. Касочку по шаману дайте, пожалуйста. Я роб. Так, а как он умер? Что за фигня? Ребята, на там задуло, он сейчас должен забыть. Вот, ждите, лечу на вас прям. Кого еще, где будет? Забрал. Притворился. Разбежались милики. Сдали там баблы свои. Сокрыли. Кош. Все вот эту хуйню. Если работает. Сбежались. Осуждаю, пацаны. Девчата. По часовой поведу его сейчас. Перед лицом там не стойте. Да, да, вижу. Блять. Блять, ну кто сорвал? Ебать, что это? Заебись. Что это за нож? Нихуя себе. Вайп на трэше. Ну, самое интересное, на пол есть время. Да там вроде и с агро все нормально было. Или я не смотрел? Кто смотрел? Они же обнуляют, да, когда закапывают? Ну, походу, да. Но он когда вылез, он был, ну, типа, на Эрдру повесился. Я забрал. Ну, естественно, ебашил. Надо после перезакупки просто на пул давать, и таких проблем не будет никогда. Это кто там? От АУЕ, по-моему, сдох. Да ладно. Невероятно! Я думал, блядь, босс 1000 всех. Не, а что вы про это на пол говорите? Ну потому что агро кто-то сорвал, босс повернулся на того, на кого агро сорвал, начал кастовать. Но он уже в этот момент, не, он в этот момент уже отдул. Ну а УЕ уже на весь рейд шло. Да вообще капец. Даже то, что босс отвернулся на кубоба, а УЕ все равно по рейду пошло. Все, ребят, вайп 50 из 50 нету, уходим. Вайп на трэше. Ну, там запустите кто-нибудь. Ладно, я сейчас сам запущу. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить... Там говорят, что в ИВК на Нубе попал танчит. У них вот тучу пауков, фулл-блок. Да. Интересно. 8 мобов держал. Сколько у тебя блока?
У меня 3000 примерно. Он сейчас... А нет, наебывался. Это изображенка. Он же два раза апается, когда щит весит сейчас. Он вероятность бафает. Два. А, точно. Один. Вероятность того, что ты заблочишь показатель не апает. Да? ЧВК здесь будет себе? Забирай. ВК, блядь. Сегодня карту в этот посох выбили. Когда ВК 10? А, да, да. Yes. Я в этом фиг выйти, блядь. Где-то там. Только что отдохнула, могу разморозить. Сходите, размораживайтесь. Ну, да, до кого-то на месте вообще стоит. Да. Я думал, он ко мне подойдет, как в прошлый раз. Ну, почти, брать. Смотри, где ты стоишь и где он. Ему через весь рейд пройти придется. Я же не вижу, где он. О, смотрите, как вам повезло. Смотрите, ба. Красавчик. Еще кто-то там. Как? Забрал. Так, я вам там скажу, если что. Мразь, спасибо. Убежали, мирики. А, РДД. РДД, РДД. Это все нормально. Сашка есть у нас. Ну да, на агро сбрасывает. Душная, конечно. Змеюка. Ой. Годлика там поднимите молодого. Миалина пиздит, блядь. Да сзади меня хуярит, блядь. Так, ребята, грота как бы не резиновая, сами понимаете. Сейчас, увы, отводи назад. Ложит он. Дай гимн на ману. Да? Блять, у нас посредине. Исполин, нажми кем. Дал. Дует. У нас ДПС без экзальт, это вообще пиздец, блять. Какой-то. Да, это здесь. На 80 тысяч меньше, но. У них все, блядь, десятку дают. Как у нас и бафы не все были.
У меня, например, на роге сейчас не хватает 800 АП. Или 1000 почти. Откуда? Кто так бафает? Что-то хуёво просто бафает. 10% АП нет, потому да. что... Ебать. Надо, чтобы все как дон давали, да, зайди. Кому нужно рейд, то есть, чтобы ну, под бафами всеми. Тебе подвели сейчас. От купа под... Нет, от Нева убежали. Блять. Ну, конечно, вас раскидало по мебели, ребят. Йо, вообще раскидывал. А чё босса кардета отвели? Да сейчас. Ну, мы все там и стояли, на самом деле. Да вроде все наоборот под альянс подбежали. Да похуй. Похую это не Гер, поебать. Готовьтесь к Геру, ребята. Угу. Сейчас завтра будем лутать. А когда у нас, во вторник или в понедельник? Понедельник. Ебать. Мондай. Хуёв, значит. Опа, кто это там? Это я, ну, тропу успел у него поставить. Это конечно. А, домашку злаки, дал. Да у меня пет умер, проебал я его. Давай, да. А как он умер? А что такое? Да хуй его знает, как он умер. Ну, конечно, рассказывай эти сказки потом. Как он умер реально, блядь? Давай вот так его заберу просто, чтобы... На квест на 1500 меньше. Блин, а если этот, кастовать в спину, то тоже больше? Конечно. Понял. Бля, животных надо выслеживать еще. А, ну да, кстати, что это? Куда теряешь? Этот сколько там? Бежит? Да, ну я бью 5%. Все, мы Геру убили. Никто не попал ни разу. Ебашим, ебашим. Вы же понимаете, что у Гери не будет ускорения, а ну, ханты будут там. Да, ускорение здесь не надо. Так, ребят, ну я его не могу отвернуть, только так. Наконец-то, блядь, не рыгнул меня. Ой, а я не знаю, это только у демонологов такая хуйня, что и иммун очень часто от магии прилетает. О, магов тоже. Понял. Ну, арканов. Это ж просто. Гери тут вообще нужно на нем разбегаться вот на этом дыхании друг от друга. О. О. Опа, на! Опа, как вам же ГП. Опа, ребята, падаем, падаем. Проебали ребят, ДПС. Скачайте инжу, ребят, честно вам скажу. На инжа топ. Инжа имба. Ууу, смотри, какая штука. На этом боссе инжа топ, представляете, на ком бежит просто. Нет, это перезайти в игру надо. Ну Войд тоже будет ролить, да? Ну это босс себя. Не знаю, на тех хватит. Новый раз на топ, дрянный. А, там и, ПВП. Ты инжа топ, представляешь? Это просто имба. У я еще клинок. Соки-то не хватает, да? Угу. А хэнки? В десятке такой же соки там. Нет, ну, в хэм, конечно. У меня 4 такие. С Джираксу? А, он не скоро будет. Поехал. Так. Чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. На Сандама напуливайте, босс. Дайте МК, пожалуйста. Мощный медведь, видите, ребят. Я похож на Рексара? Абдикс у нас бисовый, да? Только вот так надо стоять. А, у него наручи, а босс еще. Помните, ребят, Warcraft 3? Ты через софткап играешь РП, что ли? И ты, и 4 надо еще, да? Я приступаю к ритуалу призыва. Ты в ПП тоже 10 тысяч даешь? 2 секунды, блин. 2 секунды минус, так. Надо вообще фулл ПВЕ бегать в ПВП варчиком.
Я так комбо там 248-м бегал. Любого челика с чередой убивает. Кто-то будет паладины. Ну ладно, кроме паладина. И кроме шипешников. 5 секунд. Кроме магов. Да, не всегда маги не успевают отреагировать. Там этот вместо... Ну короче, даешь гороту. И за 2 секунды их сносит. Пока у них... Глыбы жжем. На глыбу нельзя же прожить. Там гороты разве нельзя? Ну там 2 секунды сала дает горот. Так. Не, глыбу можно. Я не знаю, я не знаю. Глыба же и под салом юзается. Я был уверен всегда, их что-то убивают. Всегда работало. Всегда работало. Ну может они просто не нажимали, знаешь? Я ж не уверен. Ну что так босс быстро выходит? Что, может быть, мы КВК готовить, ему бы взяли? Ничего. Не надо. Представьте, что это баба, это вулкан, да? Не, что это ИВК, надо мобы взяли. Ну что, давай Геру. Контроль. Геру отдали? Нет, зачем Геру? А, блять, 30 секунд точно. Да бейте так. А я дал. До одного человека. Черепоть, а, мобов играем. Один раз дали бан, разбанили и все. Ну вот это вот осуждаю уже. Блин, просто летает, неудобно их набрить. ДЦ, дай гимн на ману. Да, люди идеально все сделали. Как раз на этих останется вам Гера. Или на следующего босса. Центром я вижу, что там даю. Можешь забирать, ну, моба, если хочешь. Да, сразу соточка. Гудлик, беги! Бегу, брат. Пойду к Алине, блин. Блин, так хотел с диван тебе дать. А ты выжил. Все. Опа. Еще раз забанил, чтобы как-то не сработало. Кого бы ты еще не на локе, что ли? Нет, а не что? А что ты не на локе? Ты я закрыл. Отдели ты, блин. У нас демона нету вроде? Нет. Ебать. Да, минус демон, минус ДПС, Катя. Вообще охуеть. Демон все равно больше, чем Элим дает. Я, ебать, 12 нахуй, без припота, без демона, да. Блять. Чё так? Ага, куда? Сейчас я вижу. Войт, беги! Прохильте. Сейчас будет самый сложный босс. Самый? Точнее, босс, что ли? Что вы уже исчезали? И теперь вас ждет новый противник.
следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив, Кубок. Вы заслужите достойную награду. Киба. Не дружу с тобой. Почему? Ну, ты на молчазале Ро сделал. Кого сделал? Ро. Ро? А. На молчазале. О, я просто ливнулся. Не дал мне токен второй. Да это там прям душно было. Ну что, вы добили? Там не было душно. Или разошлись? Там големы хуёво падали. Да нет, этот ДК был конченый. Ну он только два трая тупил. Тьма ля. Мы, по-моему, пять траев сделали. Каждый ну, раз... пять траев, и в четырех големы хуёво падали. И каждый раз, как это волохня у нас в рейде. Ладно, все, давай позже. Ну, они уж появились, я только сейчас заметил. Так, ну кто тут есть? У нас есть рвушка. Как обычно. Давайте мы все справа обойдем. Кубок, а у тебя есть а, этот? Ладно, ты поставь рыбу. А, блин, у меня сейчас поставлю. Давай уже еще раз. Заметил, у меня ее нету. Ничего не понял. А, Кубок, ты с той стороны танчишь, попробуешь ДК-шку с варом забрать на себя. Угу. Щит хуёвый продал аддон. Случайно. Не увидел. Ой. Я с КБ не могу вещи воровать. Сейчас я на шамана прыгнул. У тебя максимум до ветерана макалось. У меня рыбка закончилась просто. Почти закончилась, блядь. А, есть рыбка? Блин, я уже вышел. Там поставили уже. Так, Валк, ты здесь в хила. Давай. Нам здесь второй танк нет, ни к чему. Во, крипаем рушку, первый крипает Пирокс, потом Секси, потом Расмус. Стоим вот где мы сейчас стоим, за банком, прямо в уголку. По контролю. Суза контролит Уока, Зорки контролит Мага. Рога, скорее всего, тоже на нас побежит, поэтому его контролит Карл. Я трапу поставлю. Так, сейчас я спекнусь еще. А то весь контроль сбивать буду. Сейчас, блядь, труп змеи валяется, блядь. Погнали. Успокойся, Куба. О, Нейр пришел, ура. Так, по... Нео и Гудлик. Нео, ты на паладине, Гудлик, ты на присте. Тоже конферы. Может, ты на друиде? Ну, там эрдружка еще есть, что ли? Да. Да, давай, да, давай тогда ты на друиде. Окей. Okay. Косты у нас сбивают. Кришни, ты сидишь на... На ком ты сидишь у нас? Ты сидишь тогда на присте. А Гудлик контролит паладина. Сидишь на присте, сбиваешь ему косты. Шаман Энг в нашу сторону тоже пойдет, поэтому его контролит Гарик. Создать кому? СС Гудлик, давай в
Сузу, Нева, Валмерию. Зорки, ты ж во фросте? Да, да. Добраться вперед, выйти, блядь. А, ты Энфу. Он без метки, шаманчик. Ну вот хантовскую на него сейчас поставил. Окей. Играем в рожку. У нас порядок. Череп, крест, ромбик, печенька. А куча бегает. Ирекс, ты крипаешь первый. Кобоб, ты там с той стороны? Далеко? Далеко. Арнес тоже подальше от, ну, от нас и от мобов. Прямо со стороны стеночки хиль. Да, подойди к стене, пожалуйста. Ну, вот где-нибудь вот оттуда. Ну, просто они потом убегут сейчас. Ну, да, они через тебя к нам пойдут. Так как каждый раз бывает. Арнес, ну там. Ну да, вот вон, смотри, я туда. С другой стороны, Луна, тебя просто надо Кубоба прохилить. А Кубоба и твоя задача, чтобы никто к нам не пошел. Можно меньше. Пойти еще один арчек. Ирекс, ты первый крипаешь. Стоим вот здесь, все никуда не уходим. Кубоб готов. Карнес, блядь, ну давай, давай, ну отойди ты туда. Где этот паладин ебаный стоит, блядь? Ну неужели? Все, все готовы, ДБМ ставлю. Ой, а у меня тут ничего нет. Сейчас поставлю ДБМ. Где мои макросы все прописаны? Все, отправляем. 5, 4, 3, 2, 1. Там хватит на ретик же, вроде, нет? А, грип. Геро, дамажим. Меня толпой пиздит. До кого бежал? О, да у нас тут все уже. Ну, на мне вар. Хорошо. Страшно. А, вара забери. Ну, как это называется? Вар у нас. Да, я фулл. 7 секунд ФС представил. Зорки. Ну, сейчас порежет, я забираю. Чуть-чуть. Диспел. Почему там ходки висят? Ребят, ну у меня 7 секунд КД. Еще больше диспела. Маги, спел стильте хотя бы. А, в крестик играем. Нам пиздец такой в 25-ке, если мы так будем делать. О, Карнес, иди. Бля, дальше чем бог не пойдем. Яму смерч, что ли? Друидов дохуя. Все, Карна, сиди туда. Давайте в мага сейчас сыграем. Квадратик. Ой, печенька. Еще всему вы меня пиздит, блять. Мало. Нормально. Юбки, блять. Согласен. А ты можешь типа подбежать в центр с ДКшником? Тебе. На ком ты сейчас? Веди в центр.
Я сейчас распиряюсь. Нелла в центр пришел. Я не в центре. Я в центре, блять, все меня пиздят. Чуть-чуть забираю. Я с деревяшки еще ни разу не сошел. Квадратик, давайте. Перепутал. Они. Где ромбик? Ромбик нам уйдет. Нет, квадратик. Ромбик он далеко. В центре меня. Куда не подходит. О, хорошо, хорошо. Грипп есть в ромбик играем. Ёбаный вар, блять. Не могу, братик. Диспел, диспел, диспел. Ходки висят, ходки, еще ходки висят. О, все, найс. Блять, нет, не найс. Раз. Я же доспех поменял, хули они меня бьют. Ну не так много армора все-таки. Так я же доспех поменял. Блять. Кто следующий? Убьем? Какая у нас сова звездопад называет, нажимает? Давайте варьер. Поставил черепочек. Сейчас только 9 часов. У нас по десятку. 11 точнее. 900. А ты еще трезвый или что? Ну, я еще даже пиво не пью. Что, мы быстро идем. Ну, за 2 часа все должно проходить. Я просто когда враг сейчас был, ходил и жрать делал. Что, переводим? Да, давайте. Бля, давайте уже пал отпиздим, заебал. В смысле, что я сделал тебе? Да не ты, вон, блядь, который с луной. Блин, скелетики бегают, только подбегают и умирают. Печально. О. Ну, а ВВК нас, конечно, бы отпиздили. Чё, пало? Черепочек. Отпиздили нас бы не ВК. Ну мы десятку ходили, когда там первые пару троих нас просто ваншотом. Не, в 25-ке вот с таким пулом ебало сломается. Да, нам бы уже третий трай пробовали. Не, ну типа нужно. Уже там надо шло броню всю эту хуйню, блядь. Не, ну естественно, брать. Да, вы на броню пьете, и мы с танками снимаем щиты. Меняем. Нет, меняете на дешевое. Ну да, естественно.
И без ОВЕшек, вообще. И этот, слышишь, что? И, ну, типа, нужно... Ну, плохо, что вы сейчас не попытались с доски всех мобов кинуть. Типа, это очень критично, там, типа... Что сделать? Ну, с доски именно мобы эти бьются, вот как типа ФК делали, а полтинника на X1. Все стояли на доске, пока просто моб, ну, хоть какой-то не пойдет. То есть первый моб выходит, а эти, там был ДКшник у нас, протобар и паладин, А полтинники отдавали ШВшки, и туда подходил ДК в этом, в стойке льда. И только тогда гриппал, короче, когда моб только чуть-чуть отошел от той стороны. Зачем? Я же его подвел, зачем? Сейчас я все сниму. Осуждаю. Хуя, фир не снимается, блядь. Этот нет. Да, бля, пацаны, ну, не тушите. Просто если на месте не стоять, то, типа, всегда будут медики приходить, а если медик придет в ВВК именно в доспятке, он ломает лицо сразу. То есть там не пережить. Ну, видишь, Корнес, а ты говоришь кастера то. Великий мба. Великий мба. Мне еще надо по ХП смотрят. Все нормально. По расстоянию и по ХП. Ну да, если на противоположной стороне стоишь, куда они придут. Ну, мы делали так. У нас мы стояли, ну, получается, если напротив, прям в проходе. А в момент пула все пили этот... Все знают, господи. Мы же всегда так убивали. Просто танк под и мастер аут. И только потом ДКшка туда уходила и гриппа. Гудлик, на будущее вызывай собаку на этих, на чемпионов, чтобы диспелились. Да, в обычке пух. Ну не скажи. Вот так вот. Как бы, блядь... Топ-1 собака на диспелил. Я тоже диспелил. Да, собака ждет, конечно, блядь. Ой, собака нужна здесь. Это даже если 2-3 лок всегда собаку бывает. Слышь, кстати, а как этот кто-то экзал туда всмотрел, что они там проходили? Дайте рыбку и рыбаку помогу. 2% ХП ставим. Крестик, пистобаф. Нет, я про этот, про чемпов, как они проходили. Охуенно проходили. Да, ничего такого. Не должно быть. Красиво. Чемпионов они с третьего трая убили. А, Войт, ты в танка, Доми, ты с белой на черной, Кубок с черной на белой. Мы с первого убьем. Ветер. Есть пор двух тут торговцев? Пур-пур-пур-пур-пур-пур. Суза, Зорки есть у кого-то? Суза? Не, я этот, альянс. Бухта-бухта. Чаш камень есть, но мы точно здесь больше, чем полчаса. Что там такое? А, ну да. Дайте рыбу. Поставьте, пожалуйста, рыбку. Ну и шкаф, наверное. Только не в рейде шкаф, давайте, в его стороне. Ребят, давайте шкаф поставьте быстренько. И рыбу поставьте, и шкаф поставьте, ну хоть кто-нибудь. Бля, Гудлик, отойди и поставь шкаф. Ой, пиздец. Я что-то возле этого начал ставить. Ладно, сейчас хайду. Ну... Второй гений. Я кушаю. Понял. Блять, еще на. Ты начал жрать еще, блять, на груле. Ты что там жрешь, коня, что ли? Ну что, на магике кушаю. Так это я чипсы ел, я сейчас еду ем нормально. Типа. Я так неправильно у тебя что-то. Жареную картошку себе даешь? Чипсы это ж под пиво было. А теперь огурчики под водочку, да? Да, огурчик, гречка, котлетки. Парни, есть у кого почта? Хуйня, блядь. Да дайте вы рыбу. Да сейчас я поставлю. Хуйня это зарплата в Беларуси. Вот это хуйня.
Что, почты ни у кого нету? Есть, сейчас сзади поставлю. Спасибо большое. Че ждем? Сейчас посмотрим. Ты, блядь, переодеваешь, что-то забагался. Багался. Рыбку ждем. Ну, рыба стоит. Да куда мне тоже похавать надо было. На, кушай, поделюсь. Спасибо, Саня. Братишка тебе покушать принес. Да. А мы кого ждем? Войда? Да, сейчас я. Блять, я дом забагал. Всегда выручаю, блядь. Давайте пока поговорим о чем-нибудь интересном. Все, Войд сюда сумонился. Как бы ману было 25 лет набивать? Пиваючи. Да. Тярный щиточек. Секси, что у тебя такое? Я случайно, все нормально. Хорошо. Пять, четыре, три, два, один. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Не, стоим, сори, я опять косячу. Сокру сдал, ноль. Протест, хорошая реакция.
Все белые взяли. Сейчас белые, да, берем. Волну играем. Стоим ведь на башню еще. Бежим. Ебать. Че, переводить-то будете? Или да, вот сейчас надо бежать. Что за хуйня? Пошли. Побежали. Агр сорвал. Ну, агр, блядь, волна убил. Стоим, пьем. Конец, пособите. А чем вас убило? Темная волна. Как-то сорвали. Ну это не моя была. Темная волна. А, ну. Пробила вас. Да, смели убила. Темная волна это что? Это взрыв от черной этой штуки. Прига. Ура, прига, ребят, ГЦ. ГЦ кого-то с пригой. Гудку дайте. Мне дайте. Отправьте мне на почту. Я миди локой сделаю. Я, блядь, другой конец города поеду, запущу там Warcraft и поблутаю. Фейп, ГЦ. Фейп, вот ты Вовку бросать собрался. Куда тебя приговорил? Дайте Неверу ГП за то, что он брать не видит. Теперь не будет бросать, получается. Все, теперь это да. Вариантов нету, будешь играть. Либо кика с гильдии. Да он сейчас сам ливнет, в Этернал пойдет. Сандей. А что, он первый был, что ли? На этом будет баганы, да, абсорб, я так понимаю, совсем. Конечно. Кому приводы? Я вот просто смотрю вот эти цифры, первый раз такой, вот смотрите цифры, разве нормально? Прига Навара, кстати, дерьмо. Мало. 29, у меня показывает, что у тебя 39. Ну, значит, у меня багнулся. Это рекам, у тебя скажет. А, ну у меня 38 показывается. Ну да, да. Вот 30... веревка там. Вот, кстати, смотрите, да, смотрите, у меня правильно показывает. Смотрите, если брать скаду. Ну, скажите, почему у меня фейба не показывает? Хуя ты там ебашишь, блядь. Фейб четвертый. Кстати, мало, по полтиннику присы дают. По полтиннику, блядь. Мало, слышал? Ага. Серьезно, полтиннику дают? Не видел ни одного приста на этом серии, чтобы давал столько. Купол полтинник дают. Полтинник чего? Чего полтинник? КПС. ГП. Не знаю, первый раз. А какой он на какой-то лол? Куба, какой у тебя это лол? Да это баг, блять, это записывается щиток вальки, который вы бьете, блять. Не, это понятно, что баг. Вот у меня не баганный, вот который я линканул 4800, а тут это не баг, это вот 8 миллионов. Не, вся фигня, это кубок жесткий просто. Это тоже у тебя баг, блять. Что, запускайте. Не знаю, был бы это не веревка, а канатом, был бы от полтинник. Что вы там нашли? Вот, бля, Гудлик, молодец. Нормально. Вот это пиздец нашли. Молодец, Саня. Если был ты не Гудлик, а Гадлик был бы, то ДПС. Что там, два танка? Я и так. Да, конечно, два танка. Мы месяц ждали шутку от Гудлика. Гудлик за сегодня два раза пошутил уже, наверное. Просто разъебал зал. Я не шутил, по факту. Кстати, 110... Вот 1010 успел щитов накидать, кстати, это правда. А чё, хоста там АПС у тебя лично здесь? Не, 8 шел. Миллионов много, а вот 4 миллиона 800 я так и давал. Я даже на Зингарде играл, я помню, где-то... Да я что-то хуй знаю, блядь, на мече столько не дают. Про щиты ДЦ, что ли, там развлекаетесь? Да, вот 8 миллионов это вранье, а вот 4, да. Потому что я за ДЦ играл на Зингарде, там ничего, ну, работает. Что, я надеюсь, на уни пойду. 5 миллионов. Я как-то 9 дал, не знаю, как это работает, 9 лямов. На ДЦ, что? Ну, насчитал. Ну, насчитал. Но я не уверен тоже. У нас там такой сетрай был. Не, рекаунт тут правильно. 4 800 это правильно, да, потому что я знаю, приблизительно здесь должно быть. А вот 8 миллионов это очень полный бред. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем. Припад не тут прибыл знать, он будет новый ждать. Которое мы бы не могли пройти сообща. Будет. Чё, это, конечно, прикольно, что ли?
Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я заслужу смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так... Гарик, ты на втором месте, у тебя 16.6. Спасибо. Че, руля, да, это сейчас слово, да? Че, хрипатый выбор забрал? Не, не хрипатый, почему фейпиша забрал? Лучше бы секси-тролль забрал. Че? Фейп 4-4, не ладно, прыгнул, все, что тут развивал. Ну че, сейчас здесь... Плюс один как ДПС. Это да. Так, а Дайси, а ты ничего не выдал в этом рейте еще? Ну, за сегодня. То я просто тебя заморозил и прописал тебе 400 ГП, а она не прописалась, естественно. Ну, ты когда сказал, что это ты ливаешь, ну, точнее, отходишь. Сейчас я тебе пропишу. Слушай, куда можешь не прописать, я ливаю? Да себе, блять, кто линит. Я там и хрипатого, кстати, не вижу в ПГП. У него слон приворот. Для 400 хрипатов. А что-то странно. Ну просто не в рейде, указывает тех, кто в рейде. Угу. Да я увидел сон снизу. Кто у нас там, Кубов? Наверное, давай ты будешь танчить у нас. Ну да, Кубок, давай. Сейчас уже Мишка, наверное, потолще. Да какая разница, короче. Кубок, ты танчишь босса, и я ставлю метку череп, ты ее берешь на себя тоже, моба. Второго Мишка на себя. Когда мы черепочек убиваем, Мишка, забираешь моба. Что-то я не понял, не то сказал. Просто черепочек ставлю, Кубок, ты танчишь босса и черепочек, Мишка танчит второго моба. Черепочек свечимся, его кливаем. Добиваем босса. Ой, чё-то я устал. Черепочек убиваем, играем дальше в босса, кливаем второго моба и так по кругу. Ну, короче, то же самое все. Ты шо пьян? Блин, да если ты устал, может, это они к тебе не рассказывал, и так все знают. Ну да. Зачем тебе Алина? Так, Кубоп, Рейль, блядь, чё Донт напрягается? Донт, расслабься, получай удовольствие. Кубоп, напрягайся. Блин, а потом в кару по токенам есть желающие сбегать? Есть. Шо, готов. Да, все готовы. Можно? Все, Кубоб и Рейль. А кого надо? Кто там? Кубоба. Кубоба на пол. Вор. Блять, понятно. Хороший пул, блядь. Простите. Кубоб, командуй. Жу команда. Смотрите на оптикса и плачьте. Покрима подними его лесу. Ну, или так, кстати. Блин, а что там? Что ты там обувь бьешь? Оп, любого одного из них возьми. А какой из них? Все, черепочек твой, черепочек сыграли. Сделал уже вообще. Лужа не надо, мы на карте пьем. А, ну, а где лужа, блядь? Серьезно. Сейчас давай быстрее вот туда. Хорошо. Играем босса. Кубов поднимите. Да я просто стаков полутал там. Не зря. Так, я ближнего возьму. Моба, добиваем, там еще один идет. Кубов, твой череп. Напуливаю его на тебя. Окей. Черепочек. Побольше урона. Мишка, прожмись. Я встану. Пишали, все отбежали. Так, что там? Кто там? Боб дам. Ну ладно. Надо раньше говорить. Да я не
Думал, успевать, не успевает. Вы бы улучшайте. Войд, дашь поп? Все, стой. Разбейте лужицу. Ребят. Ой, хорошо разбил-то. Ну же. Я понимаю, что мы их экономим, но парочку можно бы избить. Ну и чё, блядь, с ним? Он вообще никак, блядь. Там надо где-то... Не обосрался. А он, типа, то ли вывейдит, или ещё в чём был. А, черепочек твой, Куба. Угу. Я ближайшего забил. Этого добили. Черепочек. На пулевой. Так, тот город. Скоро закапывался будет. Я думал, серп упал. Идите по пару сферок. Нам нужно. Пару лужиц. У меня игра крашена. Карнес есть боб по себе? Нет, нету карнеса боб. Дайте ему кто-нибудь боб. Дали. Отлично. У нас хорошо отходил. Главное не умри. Забегай. Хорош. Беги, малышка! А тут Леон не слышит нас, кстати. Босс не перебьет. Ну, забегаю. Эй, ребят, аккуратно, шипы. Друид-то сразу забегать надо. Ну, я думал, боб будет. Ну, никто ничего не озвучил. Отними его. Ну, тут сузат тоже, давай. Дайте рибах, пожалуйста. Отлично. Босс. 55%, очень мало бьем босса. А, испарин, за контроль одного? Кстати, не надо. Давайте попробуем. Я ближнего заберу. Давайте Керу и в босса играем. Я уешить могу? Да, все уешим. А, Пирекс, дай бомжей. Девять стаков. Ребят, меня убило. Этот друид забери. Друид. Протест, БР, дай. Ну, очень долго. По 45 тысяч, по 42 тысячи по мне бьет. А что у нас с ДПСом-то? Да. Как он, не русский копатель? А у нас какой-то код был, какой-то другой ник. У него бля, было ребят, два куска. Ну, знаете, когда у вас танк на 13 месте по ДПСу по нерубским копателям, а у нас пол рейда ДПСеров вообще не бьет. Ни один рога не бьет. Гудлик, что за хуйня? Где ДПС? 13 место? Это ж невысоко. Линканить? Нет, за мной просто еще... Ну, раз, два, три, четыре, пять... 6 ДПСеров. А, то есть не 17 место, ты ошибся? Нет, 13 мое место. 13, вот, ты оговорился, по-моему. Нет, ты ослышался. Ты что, ладно. Вдох, что ли?
Короче, давайте будут реально, вас же просят убить мобов. 8 и... человек вообще не бьют, блядь. А ну, вот как так, блядь? Там и говорю, да. Че с гугликом? Ребят, вам сказали босса убить? Я же сказал, у меня игра упала, блядь. А, ну не с пула же, брат, ну что ты тогда душишь? Я... Точнее, что я душу? Есть же в сука? Ну, вообще, блядь, показывай, что у меня нахуй интернета нет. Спасибо. Зорги что, форс-маг, что ли? Я уже обратно в Артемас поднялся. Он охуевший маг. Там хуйня какой-то. Ты бы хоть Близзард кидал на жуков. Что за хуйня? Не, уже не вкачал. Близзард не качал. А Аркана да. Уже. Ты зря не качал его. Пизда, блядь. Тут как бы чем быстрее мы зауешим, тем быстрее босса будем бить. Что, блядь, происходит? Мы стоим, уж кончились у кого-то. У меня вот 10 минут осталось. У меня, блядь, походу деньги на интернете закончились. Что там неделю в этот кредит не можешь взять? Доверен. Я могу с телефона раздать. Кстати, кто-то уже так играл, хватало интернета. Так оно нормально, но там как бы. Так это я был. А чё, мутик не уешет, что ли? Мутик, по-моему, тоже уешет. Нет, мутик тоже лет. Ну, у мутика нету АУЕ. Не, вот. Ну, Вера, но Вера это ни о чем. Не-не, дай себе 40 косарей крутил на ракунчику. А чё в реале у них комбо? Это Т8 у него. Не-не-не, не Т8, я и так могу. Там же это чёрный ядер. Слишком много мобов надо. У нас тут под каждую рефазу по факту шквал откатывается, и там постоянно сдаёте охуенный шквал под... Ну, череду под шквалом. Шквал в комбо-зе. Комбо-то. Ну так я же говорю, что вы в мутиках своих играете. Что, без гудлика будем или что, или ждать его? Да, пойдем ждать его. Посмотрим, что у него там. Да куда без ты... меня убили. Такой тип. Вообще. Мне показано компе без доступа к интернету. Да. Шо, пожалуйста. Шо, да, отправляй сюда. А ну, пропингуй, Сирус. Умеешь пинговать? Mm-hmm. Поставьте шкаф, пожалуйста. Вот, он поводил. Давай в поисковой строке КМД. КМС? Нет, КМД. Это командная строка. А потом пинг. ТМД. Даже можешь ничего не писать. Пинг просто. Да, да, да. Но это по трофей потом отдам в конце рейда. Ну или просто спид-тестом проверить. Давай, братик. Да я, блядь, комплекс. По паладину, ребят, дайте. Ну, разрабы, пидорасы, блин. Только давайте так не спулим больше, надо же припод все-таки выпить. Что, богатый, что ли, припоты пить? Ну, на хосту вроде недорогие. Нихера себе, блядь, 30 голды, блядь, 20. Оп, салам. Да, я тут. Один там где-то рыбка была, найди ее, покушай. Ее жуки съели. Все отлично. Давайте ТПМ поуставлю. 5, 4, 3. 3 секунды. 2 секунды. 1. А лужа? Я не дамажу, блин, из-за того, что это лужа ставлю. Забрал моба второго? Ничего не забрал, пацаны, ну, соболезную. Опять 8 стаков. О, не так много. Редостно.
слева заберу хаба с черепом. Будет боб? Дам, боб? Дам, дам, боб, дам, угу, боб. Угу, угу. Давай. Ну, ну я ж, ну ладно. Окей. Будет? Да, дам. Вот на ком сейчас? Не вижу. А, там, там скинул. На сову. А, сову. Кару я дам тебе, боб. Бэп. Кару, к стеночке, к стеночке, к стеночке. Ладно. Давайте привычка, мы перед тем, как получить поп, ставим не возле лужи, а у стеночки у самой. Да, мы. 2-3 секунды, в принципе, выиграть можно. Угу. Все, давайте на ближайшую лужу выставьте. С мобами под боссом. Ближнего заберу. Встань. Босс, босс, босс. Ой-ой-ой. Опять не стакали. Надо. Больше по боссу надо играть. Дай гимн, Аман. Лоус, дай поможи. Чё? Всё, босс, играем дальше. Какой-нибудь крепните черепочек туда дальше к озеру. Вот черепочек поставил. Ну, ребят, разбейте лужицу-то быстрее, хоть как-нибудь. Еще давайте. Угу. Тёплый, блять, Расмус. Чё такое? Ну чё такое, нахуя ты в сверху, блядь, в центр грипнул? От центра к стеночкам, наоборот, грипаем мы их. Смываем под босса, играем босса. Секси, дай бомжей. Переводить его надо. А исполин законтролишь одного, который выйдет справа от босса? Что по Геру тогда? Геру, да, может? Да, давайте Геру. Я другого законтролю. Угу. Блять, он не законтролился. А, Войд, хорошо. Блять, Войд, ферни его. Я фернул домашний.
Все отлично. Мобов под босса. По одному вот этого, дальше того контролем. Черепочек сейчас все сыграли. Встаньте в миле, кастеры. Да, все под босса. Все того просто держите в цепях. Ниже рейд. Метки прохиливайте только на фу. Цепи обновите, наверное. Ладно, синдроме забери. Хотя нет, не, все хорошо, он ушел от нас. Просто бьем босса. Исполин там далеко обнови, да? Представь, какой он 25-й герпортный, блядь. О, наруч, ништяк. О, ну наконец-то. Будут два рецепта в гильдии. А у кого три? Мне ждали. Здесь я вспомнил. Три. У кого есть наруча? Плюсик в чат. У кого есть? Ну, кто может крафтить? В смысле, у кого есть профа, чтобы изучить? А, ну если что, мне не нужны, они у меня есть. Зачем? Профайл зоркого, но у него выучено. Выйдите, кто с трейда, дайте труп забрать. Запястье. Если что, обращайтесь. Да, какой-либо сферы, блядь. Да, давайте. Если сферы будут, я обращусь. Красим ты ж по-другому. Поезд, я так понимаю, не надо никому. Да не. Че за поезд? Вот. Ну, на холле пал там. Топорик. Да он, ты я все начислишь ГП. ЕП точнее. ГП дайте. Хорошо. Я ГП не надо. Ну, не ливай просто сейчас. Мне кажется, такой поезд лучше. Нет, есть еще лучше. Где? ВВК? Да. Ну да. Вот он. Да, заебись. Что-то дырка там одна меня смущает. Ну, ты как хотел. С обычки типа вот. Вообще без дырки. Че, они не идем? Да идем, идем, идем. А. Что это будет путь? Сунимал, правда, красивый. Это что, пояс? Плюс в чат по этим трофеям. Пояс линкуете, что ли? Суза, Нелла, я так понимаю, и Паладин тоже присунули. Да? Вот, да. Вот это, блядь, пояс. А мы на том КД закрывали Оню в пятницу? Нет. Можно я на хапау пойду? Это пожалуйста. Мне просто, ну... Ничего так, один друиду. А, флеш, тебе что там? 45-й апать? Который нет, и 4? Сколько нужно? Зорки. У тебя один, одна что? Штучка. Понятно, как хорошо. Как рейд сегодняшний? Тебе отложил. Что там, плюсуют на эти?
Да? Опа. Нео, Суза, Исполин, тебе сколько? Одну штучку, да, так же?